Вооруженные силы России наращивают интенсивность полевых занятий на полигонах юго-западных областей страны. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, основная цель проводимых мероприятий – всесторонняя проверка слаженности воинских подразделений с последующим выполнением учебно-боевых задач на незнакомой местности и неопробованных полигонах. Учения, которые продлятся до конца марта, проводятся в Ростовской, Белгородской, Тамбовской и Курской областях. На Украине эти занятия воспринимают как военную угрозу. Хочу вас заверить, что Россия не была инициатором вот тех обстоятельств, о которых мы сейчас с вами говорим. Чтобы развеять опасения Киева, Россия, по словам представителя Министерства обороны, разрешила украинской стороне совершить наблюдательный полет над своей территорией и убедиться в отсутствии угрозы. Тем временем Пентагон собирается в ближайшие дни перебросить в Польшу 12 своих истребителей и 300 солдат, а ВМС Болгарии, Румынии и США готовятся к совместным учениям в Черном море.